Друзья, мы приветствуем вас на канале «Капитан Герман». Напоминаем, что наш канал о кругосветном путешествии на яхте «Мушу». Сегодня мы продолжаем рубрику «Ответы на вопрос». Первый вопрос связан с прививками. Какие прививки нужны для кругосветки? На самом деле вопрос достаточно комплексный. Когда вы выбираете ваш маршрут, вам нужно разобраться, что нужно. Обычно делают Dengue Fever, Yellow Fever. Это обязательные прививки, которые могут очень сильно, эти болезни могут очень сильно навредить вашему здоровью. А малярию сейчас новые тенденции говорят о том, что малярию прививать не нужно. Почему? Потому что малярия на ранних стадиях, она не диагностируется. Поэтому доктора не могут понять, что у вас происходит, у вас нет симптомов, вы себя чувствуете хорошо, и вы не знаете о том, что у вас есть малярия. А когда симптомы уже вам говорят о том, что проблема появилась, может быть уже поздно. И доктора могут просто не найти способа лечения этой проблемы. Поэтому малярию прививать не нужно. Если вы боитесь, чтобы не заболеть, есть превентивные препараты, которые вы можете принимать, если вы едете в этот регион. Мы этого не делали. Мы надеемся на то, что если даже мы и получим малярию, то современная медицина достаточно легко с ней справится. Но тьфу-тьфу-тьфу, мы прошли уже многие места, которые были даже не просто красным, а черным на карте. И нас это миновало. Ну, может, мы просто счастливые. Тяжело ли управлять лодкой в одиночку? Когда мы заказывали лодку, мы выбрали пакет Easy Sailing. Что это такое? Все веревки выведены в кокпит. То есть нам не нужно выходить на мачту для того, чтобы закрутить риф или поставить грот. У нас все лебедки, все молотки находятся в кокпите. И если учесть, что лодка нафарширована достаточно сильной электроникой, то большинство функций с авторулевым выполняет автопилот при смене галса. Но для того, чтобы вам показать, насколько это легко и насколько это сложно, может быть, мы сделаем вам такой челлендж для Дианы. Она один день проведет, полностью управляя лодкой в океане. Ты рада? Да, так что если вам интересно, напишите в комментах, хотите ли вы такое видео видеть, и попробуем что-то сделать. Даже если вы не хотите видеть это видео, все равно оно будет уже. Извини, Диана. Выхода нет. Выхода нет. Друзья, я хочу вам представить прекрасную девушку. Дина – это тот человек, который вошел в мою жизнь, и мы путешествуем сейчас вместе. Поэтому, Диночка, расскажи, пожалуйста, о себе, хорошо. А я удаляюсь. Удаляйся. О себе. Значит, что можно рассказать о себе? Я тоже путешествую уже много лет. С Сережей мы познакомились на прекрасном острове Пхукет, который был мне домом 5 последних лет практически. Там прекрасно, мы провели там хорошее время, поэтому, собственно, это время продлилось достаточно долго по сравнению с нашими остальными остановками. Я инструктор по кайтсерфингу, творческий человек. Занималась своими украшениями, пока не встретила Сережу. Теперь занимаюсь яхтингом и в перерывах своими украшениями. И немножко кайтингом, ну, в зависимости от места, где мы сейчас находимся. Я родилась в Санкт-Петербурге, но прожила основную часть, большую часть своей жизни в Севастополе, который считаю своим родным городом. Это Крым. Я из Крыма, я крымчанка. Высшее образование получила в Севастополе, после этого переехала в Харьков и после этого переехала в Азию. По специальности никогда не работала, специальность финансы и кредит, но это не мое. Занималась всегда в основном творчеством и спортом, это то, что я считаю должно составлять большую часть жизни человека. Счастливого человека, любимое дело. Для меня любимое дело – это жизнь в путешествии, наверное, и какая-то самореализация. Первый опыт мой на яхте был в Таиланде, в прибрежных водах Пхукета и по островам вокруг. Тут, конечно, все прекрасно, замечательно, удивительно. Вода ровная, ветер легкий, автопилот работает,
паруса иногда пользуемся, иногда нет. Все прекрасно. Я думала, что так и в принципе всегда происходит. Но первый наш серьезный переход, переход с Пхукета на Шри-Ланку, доказал мне обратное, что не все так легко, не все так просто. Иногда ситуация меняется. Волны, ливни, грозы, тучи. Эти все условия вызывают качку, непреодолимое желание оказаться поскорее на берегу, оказаться наконец-то на чем-то, на какой-то ровной поверхности. Ну, а самый яркий опыт на яхте, скорее всего, был в наш переход со Шри-Ланки на Маврикий. Сначала ничего нам не предвещало беды, погода прекрасная, ветер сильный, солнышко. И так прошло первые где-то около 500 миль до экватора, потом несколько дней без ветрия, а потом началось самое интересное. У нас сломался автопилот. Это, собственно, период времени, когда я очень быстро, экстренно научилась управлять яхтой. Поскольку мы решаем всегда вопросы по мере их поступления, во все переходы до этого у нас всем управлял Сергей, мы с Дианой были дежурными только лишь номинально. В этот переход, когда у нас сломался автопилот, нас было 3 человека, я, Сережа и Диана. И, конечно же, один человек не может рулить 24 часа в сутки, при этом рифуя паруса, при этом выполняя какие-то еще мелкие технические и ремонтные задачи. Мы приняли решение, что рулить буду и я тоже. Благо, Сережа отличный учитель, он мне все показал, рассказал. Ну и, конечно, я думаю, что мне было чуточку легче, чем среднему обывателю, поскольку я была инструктором по кайтсерфингу, соответственно, я немножко разбираюсь в ветрах, в их силе, в их угле, волны и так далее. Сережа меня научил, и где-то за сутки я уже спокойно справлялась со своими вахтами, давая ему отдохнуть. Мы дежурили 2 через 2 днем часа и 3 через 3 ночью. В свои смены иногда было, конечно, страшно, особенно ночью, потому что ветер меняется, ветер меняет угол, ветер меняет силу, ночью не видно туч, из-под которых приходит ветер, но, в принципе, вот это чувство ветра, скорее всего, помогло, ну и, конечно же, электроника, которая тебе подсказывает твой угол, и Сергей, который рифует паруса с изменяющимся силой и направлением. Ну, в принципе, я научилась всему быстро, могу сказать, что это несложно, это драйвово, устаешь, физически иногда это тяжело, но если качает, качки ты не чувствуешь, когда управляешь лодкой. И, в принципе, когда постоянно находишься в таком режиме, ко всему привыкаешь, становится несложно, становится очень классно. Изматывает, но оно того стоит. Таким образом, мы прорубились с Сережей 1570 миль на двоих. Придя на Маврикий, я уже чувствовала себя всемогущей, поскольку за этот переход мы, конечно, прошли совершенно разные условия, и, как я уже рассказывала, самое сложное — это ночью под тучами. Были дни, когда очень тяжело, когда накапливается усталость, поскольку спишь по 5 часов в день. Но, в принципе, последние дни, когда нам уже осталось 500 миль, мы топили вовсю, мы не рифовали паруса, мы шли с максимальной скоростью. Это очень заряжает, когда ты видишь, как отщелкивают мили, оно добавляет позитивного настроя, все происходит веселее и быстрее. Спасибо за то, что были с нами на нашем канале. Смотрите наше видео. Напоминаю, что вы можете задавать нам ваши вопросы в комментариях, и мы попробуем на них ответить. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, так вы будете первыми знать о том, что мы сделали что-то новое. Пока!